Всем привет! Вы на телеканале Тыковка ТВ. И сегодня я снимаю проект «Мама, купи мне одежду. Вторая часть». Давайте начинать. Доченька, ты идешь? Да, мамуля, я иду. Пойдем. Вот, посмотри, какие тут красивые нарядики. А ты можешь пойти посмотреть себе пони. Мамочка, но я не хочу пони, мне завтра идти к подруге на день рождения. И я хочу себе купить какую-нибудь красивую юбочку. Ну вот, посмотри, тут юбочки есть. Миссис Памел. Да, Ваше Величество, вы что-то хотели? Да, а вот эти вот юбочки, они для детей? Ну, конечно же. Это для взрослых. Да-да. А тут какие размеры? 128 и 152. А, ясно. Спасибо. Всегда пожалуйста. Ну вот, тут есть как раз твой размер. Если что, размеры там нарисованы. Ну, на бирке. Так. Смотрим. Так, вот. Это 152 тебе подойдет. Вот этот, да, мам? Да. Сколько стоит? Там указаны ценники. Ну, давай-ка я посмотрю. Ты пока можешь идти пони посмотреть. Хорошо, мама. Сколько же стоит? Дочь! Да, мама. Это какой-то редкий гавайская юбочка. Редкая гавайская юбка. Она... стоит 6 тысяч. Я никогда не видела таких дорогих цен на юбок. На юбке, то есть. Доченька, может быть, ты что-нибудь другое оденешь на день рождения? Просто такая дорогущая. Я конечно, все понимаю. Даже пони дешевле. Дешевле? Дешевле? Ну, конечно же, дешевле. Ну, конечно же, дешевле. Вот, смотри, какие тут пони. Ну да, мам, я хочу там одну поняшу. Давай ты мне купишь всю же одежду. Мама, я хочу одежду. Доченька, нет. Такую одежду дорогую я даже тебе купить не могу. Ну, когда будешь с папой в магазине, может, он еще купить. Позвони папе. Нет, папа на работе сейчас, дочь. Я тебе не разрешаю такую дорогую юбочку покупать. Ну, пожалуйста. Нет, доченька, я тебе пони разрешаю. Сейчас мы возьмем мне платье. Мам, ты ведь тоже идешь? Да. Вот я себе беру платье, вот оно недорогое, оно стоит это 2000. Прикинь, вот такое платье дешевле одной такой твоей юбки. Не понимаю. Ладно, тогда возьму себе пони, куплю. Бери. И расческу себе возьми. А ты? У них 50 штук. Так, ну неважно, все, давай быстрее свою пони эту бери, блин. Но это я тебе не куплю, вот это точно. Все, иди. Что все, как взять? Ну вот эту хочу взять. Карточку тоже возьму. Все, мама, я взяла. Все, молодец, пойдем на кассу. Ну, мам, ну пожалуйста, купи мне юбку. Нет, доченька, нет. Добрый день. А, добрый день. Ой. Вот, платье как снять. Вот так вот. Сейчас. Вот, сниму. Вот, пожалуйста. Так. Вас интересуют вот такие вот шляпки, эти, как, ожерелья? Шапочка интересует. А сколько он стоит? 279 рублей. Ну, возьму ее. Дочь, ты будешь ее носить? Да, мама. Хорошо. А скажите, ладно, вы можете нам это все пробить? Конечно, пакетики нужны. Да-да. Ну, мама, ну, пожалуйста, купи мне юбку. Нет, доча, нет, давай на кассу. На кассу. Не хочу на кассу. Вот как, мама, купи мне юбку. Ну, пожалуйста.
что? Нет, доченька. Мама, смотри, как... Сейчас. Так, вы пока наше место займите, ладно? Мы только посмотрим. Конечно, конечно. Ну, что ты хотела показать? Мама, ну, посмотри, какая юбочка. Ну, мне же она как раз подойдет. Ну и что, что она 6000? Как? Ну и что? Дочь, ты только посмотри. Вот одна такая юбка дороже вот такого платья. Пожалуйста. Пожалуйста, мама, возьми мне юбочку. Хватит реветь. Из-за какой-то юбочки еще реветь будем. Пожалуйста. Нет, дочь, нет. Хорошо, что тут нет народа, а то опозорил бы. Ну, мама, я хочу юбку. Ну, ты раза. Нет, доченька, нет. Ну, я тебе не разрешаю ее брать. Если бы она была подешевле, я бы ее взяла. Ну, мама, нет. Ладно, бери свою юбку. Спасибо. Ой, блин. На что только я не иду. То пони, блин, то юбки. Пробейте нам это все, пожалуйста. Конечно. Бздык. 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 Пи-пи-пи-пи-пи. Еще пакет, да. Ой, бздык. Так, с вас всего 4000. Сколько, сколько, простите? Ну да, 4000. Ага, но эта юбка стоит 6000. Ай, вы, наверное, не тот ценник посмотрели. Эта юбка стоит 500 рублей. Как 500? Что, правда? Радость моя, возьмем. Ну да, да. Ну как 500? Там было просто, была раньше такая гавайская юбка, она выглядела по-другому, но название такое же. И она вот была очень красивая, дорогая, и поэтому ценник не успели убрать. Ясно. Ну, ладно, спасибо, сейчас вот держите. Дай вам сложить пакетик. Хорошо, мы сейчас сами сложим. Так вот. Дочь, считай, тебе повезло. Ура! Мама купила юбочку мне. Юбочку. Ты это как-нибудь надень? А, сейчас. Ну вот я одела. Молодец, дочек. Все, ладно, спасибо. Это вам спасибо. Заходите к нам еще. Спасибо. До свидания. До свидания. Пойдем, доченька. Угу. Доча, вот ты, блин, умеешь уговаривать. Всякие юбочки тебе покупать. Доча, вставай. Встаю. Ой, кажется, моя пони упала. Пони, платье, юбочки. Чего только мы не накупили. Ну, знай, эту юбочку я тебе... купила на вместо той дорогой пони Луны. Что? То. И всем пока. Вы были на телеканале Тыковка ТВ. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и смотрите мои видео. Всем пока!